Все, проверка проведена, окей. И все, и идем потихонечку. Как пойдем? Пойдем. Наверное, только по кругу пойдем. Мальчишку поплывем. Да. И потом пойдем по кругу. Хорошо. В случае, если, не дай бог, вы отцепились, я отцепился, ну чего угодно, без паники, никого не ищем, всплываем вверх, майну не ищем, это практически без исхода, это не найдем мы ее. Всплываем вверх, и экономия воздуха, у меня спарка, нам хватит ее на 3 часа, у вас, мы ждем, пока нас вот такими движениями найдут. То есть будут водолазы придут сюда, оденутся, пристегнутся и будут нас искать как этот радар круговыми движениями. И будут искать нас подо льдом. Они не смогут нас найти где угодно. Мы должны быть сверху плыть подо льдом. Да, да. И никуда больше не идти. И в радиусе просто 40 метров нас найдут. Зачем вот это жуткие вот эти истории? Не, я под водой рассказать не смогу. Конечно, не, все правильно, все, да, правильно, не, молодец. Я так, шучу, как младший брат Петросяна. Масочку ее надо поплевал.